У меня были девочки, которым я делала маникюр, мне мама напомнила, и я начинаю вспоминать. Вот, а еще там точно, я помню, там продавались шарики, точно, там на улице прямо стояла женщина, и у нее были много-много шариков. Мама говорит, что, ну, что шарики покупают и дарят там на праздники.